сейчас я с огромнейшим удовольствием хотел бы представить нашего сегодняшнего утреннего гостя. Еще раз повторюсь, Сергей Олегович впервые присоединяется к нашему эфиру на радио «Вера», поэтому с огромным удовольствием приветствую Сергея Олеговича. Добрый вам вечер, хотел сказать доброе утро, конечно, добрый вечер. В Париже-то у нас уже... Тепло ли теперь в Париже, как говорят, да, в таких случаях? В Париже сейчас, я так понимаю, 17:05, правильно? Да, совершенно правильно. Добрый день, скажем так. Здравствуйте, здравствуйте, это всегда подойдет. Вот. Совершенно верно. Или доброго времени суток. Сейчас вот в тренде модно так очень говорить. Доброго времени суток. А к нам подключается моя коллега Александра Гессен, который тоже с нами выходит на связь. Саш, привет. Тебе-то точно доброе утро. Привет, Денис. Добрый день, Сергей. И доброе утро всем, кто слушает нас сегодня из Ванкувера. Ну, Сергей, моя благодарность вам и нашему слушателю. Это впервые такое произошло за столько лет, когда слушатель, зритель находит нам гостя. Ну, я это, пардон за пафосность такого как знаменитого, как вы, а вы еще и знаменитый шпион. Вот знаменитым я общалась часто, со шпионами впервые, Сереж. Сергей, простите за фамильярность. Доброе утро вам, Александра. Доброе утро еще всем вашим слушателям в Канаде, потому что у вас все еще утро. Спасибо за приглашение. Мне очень было приятно откликнуться на него. Действительно, нас свел один из моих друзей в Фейсбуке, который давно меня слушал, и он решил, что это будет интересно и вашим слушателям. Спасибо за такое, как это называется, сведение нас всех в одно место. Спасибо, Сергей. Well, если вы нас слушаете, вам особая благодарность, низкий поклон. Честно говоря, у меня есть такие подозрения, что Well нам сейчас звонит. У нас есть телефонный звонок. Вполне возможно, что это как раз Well хотел бы лично поприветствовать Сергея Олеговича. Поэтому предлагаю послушать телефонный звонок. Доброе утро, в эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро, здравствуйте. Good morning, Денис. О, видите, я угадал. Good morning, Well. Good morning, Александра. Бонжур, Сергей. Спасибо, бонжур. Доброе утро, Сергей. Очень рад вас видеть на радио «Вера». Я хотел немножко вас расспросить о вашей жизни, которая является удивительной, просто удивительной, начиная с того, что вы не должны быть живы, что... Вы спасибо. Good Friday, Сергей Владимирович. Ты убил, но у вас есть ангел-хранитель, который вас все же спас. Это на самом деле так. И вы пересеклись с неким человеком, которого зовут Владимир Владимирович, который вас допрашивал в Олимпийский год. И вы уникальный человек, вы просто очень-очень интересный, о вас нужно снимать фильмы. Не фильм, а фильмы. Если вы можете поделиться с нашими зрителями, слушателями, русскоговорящими, о том, почему вы покинули Российскую Федерацию? Потому что, так как я вижу, вы бы могли быть очень богатым человеком, миллиардером, но вы покинули Российскую Федерацию, если вы не можете поделиться об этом. И вопрос к вам следующий. Денис, если вы сможете, напомните, пожалуйста, Сергею этот вопрос, после того, как он, может быть, нам расскажет uh-huh. что-то. Почему вы считаете, что Кабаева... Это прикрытие и спецразработка ФСБ для Владимира Владимировича. После того, как вы нам расскажете, uh-huh. хотя бы вкратце о себе, и почему вы покинули Российскую Федерацию, почему вы решили не стать одним из олигархов, скажем так. Спасибо uh-huh. вам большое, Сергей. Спасибо вам большое. Сергей, ну, хорошенькое начало. Вы не должны были быть живы, как сказал. Ну, я, знаете, прежде чем, вот, конечно, мы хотели вас, тем более, Вэл, он сегодня как бы именинник, он вас нашел, пригласил, нашел-то мы вас все знаем, но вот пригласить на радио.
Сергей, я хотела вас спросить, я вчера вас спросила, мне очень интересно ответили, но в частной беседе. Для меня советского человека, бывшего советского, я 30 лет уже живу в Канаде, но все-таки я там родилась, там росла, там училась. Для меня, когда говорили КГБ, для меня это были, я должна быть деликатной, но я, Сергей, не знаю, как это вам еще найти синонимы для того, что я хочу сказать. Это обязательно какие-то негодяи, какие-то бандиты, люди, которые не дают жить другим, которые подслушивают, подсматривают, а потом уничтожают. Я хочу вас спросить, я не могу, вы человек из этой индустрии, как же, я же не могу вам говорить неприятные вещи, поэтому вы исключение, но тем не менее. На самом ли деле КГБ это так страшно? На самом деле это не так страшно, как к счастью, это не так страшно, как это малюет, хотя это все зависит от того, в какую эпоху это происходило и с какой стороны смотреть. Потому что если вы диссидент, которого посадили в психушку, то это, безусловно, страшно. Если вы диссидент или еврей, которого посадили в ГУЛАГ, то это, безусловно, страшно. Да, если вы человек, которому сломали жизнь в тюрьме за ваше убеждение, то это, безусловно, страшно. Мне в этом смысле повезло, потому что я, так сказать, служил в этой страшной организации, когда она перестала быть уже такой страшной. Конечно, еще оставались какие-то эксцессы. Андропов пришел во главу КГБ в 1967 году. В результате такого почти кремлевского переворота, после того, как Хрущева в 1964 году заменили, и Андропов сел в кресло председателя КГБ, и он был вообще-то очень большим государственником и таким соблюдителем социалистической законности. Я подчеркиваю, не законности, а социалистической законности. Это очень специфическая категория, потому что она была категорией идеологической и категорией партийной. То есть это законность с точки зрения Коммунистической партии Советского Союза. Но он ее соблюдал очень, очень четко. И в его время практически не было убийств, таких, которые были при Сталине. Практически не было преследований массовых, такие, какие были при Сталине. И вы знаете, у Андропова, я, кстати, с ним пересекался там пару раз на коротке, он был очень интересным человеком в историческом смысле слова. То есть он интересный персонаж, которого страшно интересно изучать, интересно, как он завоевывал власть, потому что для него Комитет государственной безопасности был инструмент для завоевания власти. И он сознательно шел к этому делу. Вот. Он вообще верил в коммунизм. Он был верующим человеком в этом смысле, потому что коммунизм – это не идеология, это не наука никакая, хотя у нас преподавался научный коммунизм в институтах. Это вера, и Андропов верил в это. И он считал, что на самом деле, что люди, которые выступают против коммунизма, это либо глупые люди, либо недостаточно образованные люди, либо больные люди. То есть он не считал их преступниками, поэтому он их жалел. И вы знаете, при нем вот как бы диссидентов сажали в психушку, потому что он говорил, их надо вылечить, о них надо позаботиться. Они, ну просто нельзя вот нормальному человеку не понять, как велика эта теория коммунизма. Вот это такой был Андропов. Но в этом смысле мне, конечно, повезло, потому что, конечно, вы сами понимаете, я попал в ту эпоху, в 84 году я пришел в КГБ, это было на отлете, в конце существования вообще Советского Союза. И мне повезло в том смысле, что при мне не было никаких чисток, при мне не было никакого ГУЛАГа, при мне я работал в разведке, а разведка это вообще диссидентская организация внутри КГБ. Вот, и поэтому у меня, конечно, в этом смысле чистые руки, я никого не посадил, ни на кого не настучал, и в этом смысле я себя считаю приличным человеком, и в ответ на ваш провокационный вопрос, Александр, отвечаю, что в этой отвратительной машине могли работать приличные люди. Вы знаете, вы будете смеяться, но КГБ не хотел брать к себе неприличных людей. Вы знаете, что в разведку не хотели брать людей, которым нравилось использовать власть секретную,
использовать ее для, либо для своих каких-то целей, либо для самоутверждения. КГБ таких людей не любил. Эти люди назывались инициативниками, то есть люди, которые сами приходили в КГБ и говорили: мы хотим у вас работать. Я даю такой пример, чтобы вы понимали, почему это вот эта абсурдная ситуация, вроде бы, да, вот то, что я вам рассказал, что КГБ не хотел тех людей, которые были неприличные. Он брал к себе приличных людей и заставлял их заниматься неприличными делами. Сквозь, то есть надо было вот так вот себе нос заткнуть, чтобы не пахло дерьмом, и заниматься неприличными ситуациями. Для того, чтобы это было более понятно, объясню такую ситуацию. Вот представьте себе, вы директор колумбийского наркокартеля, да, который производит наркотики и хочет им торговать по всему миру, зарабатывая миллиарды. Возьмете ли вы к себе на работу наркомана? Человека, который любит наркотики, который ширяется постоянно. Вот возьмете ли вы, как руководитель картеля наркотического, к себе на работу наркоман? Ну, конечно, нет, Сергей, но это означает, что те, которые приходили, ну, я утрирую, конечно, и говорили, я хочу в КГБ, но, предположим, если такие были, это для какого-то прикрытия, как вы мне вчера сказали, для этого человек идет в КГБ, и поэтому его туда не берут. Я правильно поняла? Нет, это люди, которые упиваются секретной властью, которым нравится доставлять кому-то неудовольство, используя секретную власть. Таким человеком, кстати, являлся Владимир Путин. В 16 лет он был восьмиклассником, он учился в 8 классе в Ленинграде. Он насмотрелся книжек, начитался каких-нибудь там шпионских романов, там, и пришел, значит, Штирлица, там, я не знаю, там, прочих всяких советских, подвиг разведчика и прочих всяких вещей. Пришел в большой дом на Литейном, это то, что называлось здание КГБ в Ленинграде, постучался туда, оттуда вышел какой-то дежурный, ему сказал: я вот пришел к вам, я хочу у вас работать. Этого человека было бы интересно найти его имя и фамилию, потому что его можно обвинить во всех бедах Российской Федерации, вообще всего мира. Потому что он не выполнил свой служебный долг. Он должен был взять на карандаш фамилию Путина, и Путин никогда не должен был очутиться на работе, на службе в КГБ. Этот человек свой служебный долг не исполнил. В результате мы получили Путина сначала в КГБ, а потом в политике и во главе российского государства. Вот очень было бы интересно найти этого человека, который Путина просто не... Потому что у КГБ есть, был, так сказать, учеты, и он должен был составить на него учетную карточку. Человек, который инициативно предложил свои услуги КГБ, этот человек никогда не должен был оказаться в КГБ. А Путин в 75 году оказался на службе в КГБ. Сергей, а вот вы такую вещь сегодня сказали, это меня так зацепило, я хочу в самом начале, когда я вас спросила насчет КГБ, вы сказали, если это диссидент, если там, упомянув ГУЛАГ, если это еврей, скажите, в тот период времени евреи это что-то криминальное было в Советском Союзе, поэтому они тоже шли по этапу? Да, конечно, евреи были одним из самых криминальных моментов, потому что евреев рассматривали как сионистских агентов, агентов сионизма. А сионизм рассматривалось, КПСС, Коммунистическая партия Советского Союза, рассматривала сионизм как идеологического врага, врага наравне с церковью. Вот церковь и сионисты – это были идеологические враги. И всех евреев КГБ рассматривали как потенциальных агентов сионизма. И по этому поводу их преследовали, за ними подсматривали, им не давали возможность, естественно, свободно выехать в Израиль, воссоединиться со своей родиной исторической. И не только в Израиль, потому что тот, кто не хотел напрямую ехать в Израиль, мог уехать в Европу, в Канаду, в США, еще куда-нибудь. Вот им вставляли палки в колеса. И делали все, чтобы у них жизнь была, им не показалась розовой. Тогда про евреев еще один вопрос, и тогда уже на ту тему, о которой говорил сегодня Вэл, если вы не возражаете. Почему тогда в 90-м году, в начале 90-х, в 90-м, когда уже был президентом Горбачев, ну, Советского Союза, евреев так легко отпустили в Израиль в таком количестве?
А потому что Горбачев решил покончить с КГБ, и самое главное, Горбачев решил покончить с закрытостью Советского Союза и со всеми теми предрассудками идеологическими, которые были у Советского Союза. И по этому поводу, больше того, он надеялся, что когда он с этим покончит, ему Запад поможет деньгами. Он с этим покончил, а Запад ему не помог деньгами. И поэтому Советский Союз развалился. Это вот такой облом состоялся у Горбачева. И последний вопрос на еврейскую тему. Скажите, Сергей, вот сегодня рассказывают о невероятной любви Путина к евреям. Это очередной миф или у этого есть какая-то причина, если это так? Для меня это абсолютный миф, абсолютный миф. Путин, сотрудник КГБ до мозга костей, он чекист до мозга костей. Вот вы знаете, я даже предваряю какой-то вопрос, потому что наверняка нам сейчас позвонит какой-нибудь ваш слушатель или слушательница и скажет, бывших чекистов не бывает, бывших разведчиков не бывает. Да, вот такое. Уже написали нам такое, да. Я, значит, читаю их мысли, читаю все, что у вас написано. Знаете, я как шпион уже прочитал все, что у вас на компьютере написано. Поэтому отвечаю, что бывших чекистов действительно не бывает. То есть, если человек пришел работать в КГБ как в ЧК, в чрезвычайную комиссию, то у него голова специфическая. Вот. А бывшие разведчики бывают. Бывшие разведчики, разведка как профессия, вы могли отслужить, отработать и потом уйти на пенсию совершенно спокойно. А вот чекистов действительно бывших не бывает. И Путин чекист. А для Путина чекиста они еще, он русский чекист, то есть еще и антисемит, и человек зашоренный абсолютно. И поэтому, конечно, вся эта история с якобы с любовью Путина даже к религии, не только к евреям, да, про него много чего рассказывают, к женщинам, к Кабаевой и так далее. И это все мифы, мифы, которые распространяет кремлевская пропаганда. Спасибо, Сергей. Сергей, вы были студентом МГИМО. Это элитные дети, элитная молодежь, золотая молодежь. Ну, я тогда так задам вопрос. Вот, будучи студентом МГИМО, это все-таки Институт международных отношений, все хотели, попадали только особенные. И вдруг попадание в КГБ. Я понимаю, что вы не пришли, не сказали, я хочу, вас нашли. Почему, Сергей? Значит, в МГИМО, во-первых, это тоже не есть немножко или даже множко мифов, которые циркулируют по поводу МГИМО. Там, безусловно, учились, конечно, золотая молодежь. Там, безусловно, учились дети высокопоставленных работников Коммунистической партии Советского Союза и Советского государства, и генералитета, и так далее. Но туда попадали и как бы нормальные люди. Вот я считаю себя нормальным человеком, то есть, возможно, может быть, даже исключением из правил, потому что у меня родители обыкновенные были инженеры, которые работали в Зеленограде, ну да, Силиконовая долина, ну да, такой закрытый город, в общем, такой наукоград, вот, но у нас не было никакого блата, хотя это не совсем верно, потому что у меня бабушка жила в Архангельском, под Москвой, и Архангельская, она работала в санатории Министерства обороны и обслуживала всю свою жизнь весь советский генералитет, всех маршалов и генералов советских, и плюс в Архангельском была дача Косыгина, а Алексей Николаевич был очень демократичным человеком, поэтому, в принципе, его все знали, он со всеми общался, он знал мою бабушку, моя бабушка к нему обращалась регулярно с какими-то просьбами, которые, кстати, удовлетворялись. Вот. И я не удивлюсь, что просто моя бабушка втайне от меня сходила к Косыгину и сказала, вот у меня внук сумасшедший совершенно решил поступать в МГИМО, у него нет никаких шансов туда поступить, но не могли бы вы ему помочь, потому что у Косыгина и его дочка, и его зять, все там учились, и его внуки, и внучки учились всем МГИМО. Возможно, все-таки этот блат пришел, наверное, оттуда. Я так думаю. Я не исключаю такой вариант. Вот. А дальше... Я думаю, что и простите, если этот блат и выглядел как-то, то он выглядел следующим образом. Ваша бабушка сказала, моему талантливому внуку не нужно помогать, ему не нужно мешать. Вот я думаю, этот блат выглядел как-то так, Сергей. Да, я думаю, что это такой вариант, да, именно такой вариант. То есть, дальше МГИМО является, кстати, вузом, в котором внешняя разведка КГБ в мое время и служба внешней разведки нынешняя,
ищет для себя кадры. Это один из главных поставщиков кадров для внешней разведки КГБ и для внешней разведки военной, то есть ГРУ, главного разведывательного управления. Вот. И в этом смысле, в этом все логично. Почему? Потому что для разведки нужны люди, которые говорят на иностранных языках, которые понимают, разбираются в тематике международных отношений, которые готовы для того, чтобы быть посланными за рубеж, работать в совзагранучреждениях или в российских заграничных учреждениях сейчас. И это, в принципе, готовые кадры для разведки, их только нужно научить шпионажу. И в этом смысле то, что на меня КГБ вышел, на меня как на кого-то из моих однокурсников или там, я не знаю, коллег по институту, это, в этом не было ничего удивительного. Вот. Но у меня жизнь вообще такой романтическая очень жизнь, и по этому поводу обычно в МГИМО КГБ вас проверяет очень долго, 3 года, он советуется с вашими преподавателями, и потом с партийной организацией, с комсомольской организацией, с руководством вуза, и потом, когда он считает, что вы подходите потенциально ему как кандидаты, на вас выходит где-то на 4-м курсе, вы даете согласие, и с вами начинают работать, и после окончания института, после 5-го курса, вы идете учиться в Краснознаменный институт, и затем идете работать, служить в разведку. Вот это такая нормальная, обычная структура привлечения к сотрудничеству в разведке. У меня все произошло совершенно не так, как это было задумано, потому что я влюбился абсолютно в французский язык в институте. У меня очень быстро проходил, гораздо быстрее, чем у моих однокурсников, изучение французского языка, владение французским языком. Потому что меня, кстати, раздражает фраза «учить язык». Язык не учат. Языком овладевают, как овладевают профессией, как овладевают музыкальным инструментом там, и так далее. Вот, я владевал им довольно успешно и овладел до такой степени успешно, что мне захотелось показать свои знания. Я стал слушать французское радио, слушал радио французское, где был лингвистический конкурс. И из своего закрытого города Зеленограда, из позиции студента закрытого вуза МГИМО, я послал в 1980 году, в декабре, телеграмму в Париж напрямую. И у меня эту телеграмму приняли, и эту телеграмму послали. Вот будете смеяться, вот в Советском Союзе я пришел просто на почту в Зеленограде, да, вот на тот почтамт, который был открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, весь год, круглый год. И в 12 часов ночи послал телеграмму в Париж с ответом на этот лингвистический конкурс. Через неделю получил ответ по радио, что я его выиграл. И меня ждет приз, футболка этого самого радио и диск французского известного певца. Но мне сказали, вы нам не прислали ваш адрес. То, чего я не знал, это что как только эта телеграмма ушла, была отослана, я вернулся там в 12:30 ночи домой, радостный, не мог уснуть всю ночь. На этот телеграф приехали машины КГБ с мигалками и допрашивали всю ночь бедных телеграфистов, как они снизошли до того, чтобы у меня послать эту телеграмму. Потом этот КГБ на меня спустил всех собак за мной. Мне, кстати, Андропов даже в свое время потом мне говорил, что в течение 48 часов я был самым разыскиваемым человеком в Советском Союзе. Весь московский КГБ был поднят по тревоге, и искали, не могли понять, что это такое за телеграмма, диссидент, шпион. Если шпион, кодированная телеграмма, то почему телеграмма, почему вот так открытым текстом посылается какая телеграмма, они абсолютно не могли понять, нашли меня, поняли, что я, в общем, трехнутый студент, трехнутый на французском языке, и предложили мне работать в нелегальной разведке. Вот так я очутился в КГБ. Спасибо большое, Сергей. Это, конечно, невероятная история. Денис, и Вэлл все-таки позвонил, и его приоритеты ему, потому что те вопросы, которые он задавал, я бы задала Сергею, но давай ты, а потом тогда вопросы Вэлл. Я здесь согласен. Действительно, Вэлл, собственно говоря, организовал нашу сегодняшнюю беседу, поэтому, конечно же, я просто единственное хочу напомнить для всех тех, кто к нам присоединился, друзья, что
С нами на связи полковник запаса, старший офицер особого резерва управления СПГУ КГБ Советского Союза и службы внешней разведки того же СССР, разведчик, ну а ныне публицист и журналист Сергей Жирнов. 604-295-9616, это телефон нашей студии прямого эфира. Сергей Ильич, ну и, конечно же, вопрос от Вэлла, попросил очень спросить вас о том, кто же все-таки такая Алина Кабаева, кем она является. Является ли она так называемой ширмой для президента Российской Федерации? Ну, это был второй вопрос. Я первый помню. Тогда начнем с этого, Сергей. Первый вопрос, когда я уехал из России, но он, в общем, к этому вопросу надо еще долго идти, чтобы понять, почему я уехал из России. Уехал в 2001 году, а почему это надо будет возвращаться к этому. Для меня Кабаева это абсолютная... Вы знаете, в КГБ, когда я учился... У нас было такое понятие – отвлечение на негодный объект. Когда у вас идет какая-то операция, и вы чувствуете, что ваша операция может быть сорвана, вам нужно, и вы понимаете, что вы не можете просто помешать кому-то заниматься этой операцией, тогда придумывается такая вещь, вам нужно найти какую-то тему, которая перебьет интерес к тому, что, чем вы занимаетесь. Это называется отвлечение на негодный объект. То есть, грубо говоря, надо показать что-то, что привлечет внимание публики, и тогда публика забудет о том, заниматься тем вопросом, которого вы боитесь. И вот мне кажется, что если вы внимательно посмотрите историю и посмотрите, когда возникла Кабаева. Кабаева возникла сразу после случая, который произошел лично с Путиным. Это было в 2006 году, в июле. Он гулял по Кремлю, как президент Российской Федерации. Это был его второй срок. Он находился в середине своего второго срока. Шел разговор о том, что скоро надо будет там, может быть, выставляться. А он, кстати, не мог выставляться на третий срок. И, то есть там была такая подвешенная ситуация. И Путин вышел из своего кремлевского кабинета, пришел на Соборную площадь Кремля. Значит, те, кто никогда не был в Москве, должны понимать, что Кремль – это такой целый город в городе, такой маленький город, в котором половина этого города – это государственные учреждения, а вторая половина – это музеи. Это музеи, там есть три церкви, там есть патриаршие палаты, там есть Большой Кремлевский дворец, там есть Алмазный фонд, там есть Кремлевский дворец съездов. И вот эта часть – это часть, которая открыта для публики. И вот Путин вышел в эту открытую для публики часть в воскресенье, когда там было очень много народов, туристов, которые пришли на эту соборную площадь посмотреть там на царь колокол, на царь пушку, там вот это все там находится. Вот. И стояла какая-то семья из четырех человек, значит, папа, мама и двое детей, в том числе мальчик 5 лет. И Путин почему-то увидел эту семью, подошел к этому мальчику, задрал у него маечку и поцеловал его в живот. И все обалдели. Вот что это такое, да? Это снималось на камеру, это прошло по новостям, по всем. И ведущие чувствовали себя как-то странно, потому что, ну, в общем, странно все это дело выглядело, да? Вот сейчас я вам рассказал про Путина. А теперь представьте, там вы находитесь в Ванкувере, на центральной площади, в воскресенье. И какой-нибудь мужчина 50 лет остановится около совершенно незнакомой ему семьи, спустится на коленки перед мальчиком у этой семьи 5-летним, задерет ему маечку и поцелует его в живот. Вы можете себе представить, что будет с этим мужчиной в Ванкувере на центральной площади, если он такую штуку сделает? Ну, то есть, если его там не убьют прямо на месте, как педофила, то его, по крайней мере, доставят немедленно в полицейский участок, семья это выставит против него уголовное дело, и он сядет на очень много-много лет, такой человек. А вот Путин, как вы понимаете, никто не был готов не выставлять против него, то есть семья не знала, что ей делать, ведущие, которые все это сняли, не знали, что им делать. Да, и нашлись с такими очень странными улыбочками, сказали, ну вот, вы знаете, это такая вот, значит, он так любит Россию, всех ее детей, всех ее, значит, сограждан, что вот такое у него проявление любви. Но, несмотря на такие отмазки, разговоры пошли.
пошли разговоры очень серьезные, потому что, в общем, совершенно ситуация... Согласитесь, Александр, скажите, вот ваше отношение вот просто к этой ситуации. Вот в Ванкувере 50-летний человек целует мальчика незнакомого на площади в животик. Ну, Сергей, я, откровенно говоря, себе представить это не могу, но я подумала бы, что это человек либо нездоров, либо это его родственники, его дети, его внуки, его там соседи, любимые друзья, но как-то так. Другое бы мне не пришло в голову даже. Ну вот видите, вот, значит, это, так сказать, минимум того, как бы люди отреагировали. Да? Если люди знают, что это совершенно незнакомый человек, что он никакого отношения к ним не имеет, да, то есть родители, когда увидели бы незнакомого человека, который начинает целовать в пупок их ребенка, то папа, я так думаю, этому человеку прям просто бы дал бы в рыло, совершенно не задумываясь. Да, согласитесь со мной, да? Или у вас есть какие-то другие возможности реакции на это дело? Я не думаю, мне кажется, что это было именно так, но я не могу, так сказать, Сергей, что это все значило, это что это было? Вот, а это вот никто не знает, что это было. Никто не знает, что это было, и, конечно, начали рассуждать, и самые продвинутые люди сказали, что, ну, это либо болезнь какая-то у Путина, либо у него сексуальные девиации какие-то есть, или психологические, психиатрические девиации, потому что если его так тянет детям, потому что сразу после этого поцелуя возникла другая история. Люди начали гуглить «Путин и мальчики». Вот если вам будет интересно, вот сейчас слушатели могут взять свои компьютеры, открыть браузер Google и прогуглить «Путин и мальчики». И посмотрите не общие ответы, а картинки. Картинки, да, там эти самые pictures. Вот, и вы увидите, что на самом деле за 23 года существования путинской власти у Путина очень много тактильного контакта с подростками и детьми. И он очень любит тискать мальчиков, целовать их, головку им гладить, бороться с ними на татами и так далее. То есть, в общем, вся эта история начала приобретать для Путина очень неприятную окраску. То есть, грубо говоря, пошли слухи про гомосексуальность и педофилию Путина. И вот здесь возникла Кабаева. Путин, напомню вам, тогда был женат, у него была жена Людмила, у него было двое дочерей взрослых, все было в семейном плане, все нормально. Но жена, кстати, не очень часто с ним появлялась на публике. И это наложилось тоже, потому что все заметили, что Людмила Путина, в общем, не любит на публике появляться с детьми, и вообще кажется у них в семье не все так хорошо, как могло бы показаться. То есть путинская семья – это явно не семья там, Барака и Мишеля Обамы, да, которые вот там со своими дочерьми, куда бы они ни появились, это вот семья, у всех умиление, даже те, кто ненавидит Обаму, человечески им всегда приятно посмотреть на эту семью. Вот. И дальше пошли разговоры, и тут возникла история, сказали, что а у Путина есть любовница. И желтая пресса российская, средства массовой информации, социальные сети подхватили эту историю и понеслась. И, значит, сначала любовница, а потом возникла история с Кабаевой, значит, слили ее имя, и все. И вот здесь... этот информационный повод, любовница Путина, Кабаева, гимнастка, олимпийская чемпионка и так далее и тому подобное, немедленно все забыли про мальчика Никиту. Все, забыли. Никаких разговоров проще про мальчика Никиту не стало. И с тех пор, как только у кого-то возникает вопрос, как только Путин куда-нибудь опять приезжает и где-нибудь опять начинает тискать мальчиков во время своих поездок президентских, опять же, немедленно возвращается история с Кабаевой, но потом они поняли, что этой истории недостаточно. Эта история очень глубоко затронула его жену Людмилу. В итоге в 2013 году они объявили о своем разводе, что тоже, в общем, довольно странно, довольно не то, что странное, потому что странного в разводах ничего нету. Все женятся, все разводятся, или много людей, которые прошли через разводы, это обычная ситуация. Ну, скажем так, в политике не очень политики любят разводиться. То есть даже тогда, когда они
в общем, у них не очень удачные семейные дела, они предпочитают делать вид, что у них все хорошо, потому что просто кто-то делает это для детей, кто-то делает для родителей, кто-то делает для карьеры. Вот. Но политики обычно делают для имиджа, потому что это не очень всегда приятно объявлять о своем разводе. Вот. А дальше возник вопрос какой? Кабаева тогда уже крутилась очень много, и уже тогда возникли варианты, что у Кабаевой даже есть дети секретные от Путина, что она там живет, родила там дочку или и мальчика в Швейцарии и так далее. Вот. А дальше возник вопрос. Вот сейчас у нас на дворе 2023 год. Путин развелся в 2013 году, 10 лет тому назад. И если история с Кабаевой – это реальная история там, какой-то там любви большой, с детьми, кстати, там три мальчика, да, потому что первый, а потом еще двойня была где-то, то почему 10 лет спустя Путин не женится на Кабаевой и не признает этих мальчиков своими сыновьями? Вот почему? Причем это вопрос человеческий, а дальше есть вопрос политический. Российская Федерация, особенно в последние времена, выступает за традиционные так называемые ценности, консервативные ценности. Семья, значит, против гомосексуализма, против там, растления, растленного Запада, против распущенного Запада, против свободы нравов, против геев, против лесбиянок, против трансгендеров, против всего этого дела. То есть и в России приняли законы, которые запрещают даже просто говорить об этом. Говорить о том, что есть такой феномен, как гомосексуализм. Рассказывать его подросткам в виде сексуального воспитания. Да, потому что когда в школе там, к 14 или 15 годам есть там, пару уроков, когда детям, ну, подросткам рассказывают там, какие-то вещи про секс, про сексуальное воспитание, про семью и так далее. Так вот, они выступают за то, чтобы во время этого рассказа ни в коем случае не говорить, что кроме обычного, ну как бы нормального, условно, в кавычках, секса между мужчиной и женщиной, существуют другие возможности. И вот что это для западного общества, это абсолютно не считается никакой не болезнью. Хотя через это западное общество тоже прошло в Англии, во Франции, там, я не знаю, как у вас там в Канаде и в Соединенных Штатах Америки, но в Европе, в западной, это рассматривалось и как болезнь, и как преступление. Через это все проходили, но теперь это рассматривается как абсолютно нейтральная тема. Каждый живет, если это между двумя лицами по согласию совершеннолетними, то вообще это никого не волнует. И даже во многих странах уже не только ввели эту нормальность, но даже признали и возможность браков между однополыми людьми. Я понимаю, что кому-то это совершенно не нравится. В России очень много людей, которым это не нравится. И Путин был одним из ярких проводников этих идей к тому, что это все надо запретить, что это является все пропагандой, вакизмом там, и так далее. Вот. Но если ты такой, если у тебя такая консервативная страна и такая консервативная политика, то тебе самому надо показать пример. Тогда женись на Кабаевой, признай ее детей как своих. Почему-то 10 лет Путин их не признает. Вот с этой точки зрения я говорю, что здесь что-то явно совершенно не то. И для меня совершенно однозначно, что Кабаева возникла после истории с Никитой и с подозрениями на ненормальные, условно опять же, да, скажем так, нетрадиционную сексуальную ориентацию Путина и его какие-то девиации с детьми. Вот такая история. Спасибо, Сергей. Я хотела бы все-таки спросить вас то, что вас спрашивал Вэл, в первую очередь о том, почему вы, ну, будучи достаточно успешным человеком в России, все-таки, так сказать, приняли решение уехать из этой страны, что явилось основной причиной и мотивацией для отъезда и жизни во Франции, в которой вы уже живете 22 года и, по-моему, живете в той стране, которая вам нравится и которую вы любите. Да, значит, для того, чтобы это понять, нужно сказать, как я расстался с КГБ. Я расстался с КГБ в 1992 году, значит, в 1991 году КГБ сам прекратил свое существование, сам. То есть я из него не уходил, я из него не увольнялся, КГБ перестал существовать как организация. Это решение принял Горбачев, как президент России, СССР, последний, первый и последний президент СССР.
Значит, в октябре 1991 года КГБ был расформирован как организация. На его костях возникло несколько специальных служб, в том числе служба разведки, внешней разведки. И все кадры первого главного управления автоматически перешли в службу внешней разведки. Но дальше Ельцин, как президент Российской Федерации, РСФСР в те времена, запретил деятельность Коммунистической партии Российской Федерации, Коммунистической партии России. А дальше, 25 декабря, развалился Советский Союз. Таким образом, организация, которой я приносил присягу, да, КГБ, организация, которая была идеологическим звеном Коммунистической партии Советского Союза, прекратила сама существование. Компартия прекратила существование, СССР прекратил существование. С этого момента у меня прекратили все обязательства, какие у меня были перед КГБ, перед КПСС и перед СССР. Поэтому люди, которые меня после этого дела пытаются выдать как там, какого-то там предателя, который что-то там предал, это люди в лучшем случае глупые, а в худшем случае специально это делающие для того, чтобы это спровоцировать. Потому что если такие люди мне публично дают такие обвинения, я их могу привлечь к суду за клевету и за оскорбление. Потому что я ничего не предавал. Просто эти организации прекратили свое существование. Я в это время находился в долгосрочной загранкомандировке во Франции. По этому поводу, значит, я ничего не мог изменить, и просто мое дело, личное дело, как шпиона, как старшего офицера КГБ, передали в ту организацию, которая возникла на костях первого главного управления, а именно в службу внешней разведки. Меня никто не спрашивал, хочу я туда идти или не хочу. Люди, которые не занимались специально этим вопросом, не понимают, что... Значит, вот разведка считала, что я теперь ее сотрудник. Для того, чтобы было понятно, что это произошло, это вот примерно так. Значит, вот представьте себе, у меня жена, с которой я пришел в мэрию или в церковь, и нас благословил поп, или нас благословил священник, или нас благословил мэр нашего города. И мы зарегистрировали брак. А у этой жены, у моей жены есть сестра. И вот моя жена умирает сама по себе, просто естественным способом. А ее сестра говорит, поскольку умерла моя сестра, теперь ты мой муж. И берет мои документы и говорит, теперь ты мой муж, потому что моя сестра умерла, и я вот, так сказать, прокламирую, декламирую, что ты теперь мой муж. Вот это сделала служба внешней разведки. Потому что Российская Федерация не имеет... идеологически ничего общего с Советским Союзом. Служба внешней разведки идеологически не имеет ничего общего с первым главным управлением. Но поскольку они были в тех же зданиях, с теми же архивами, с теми же бюджетами, с теми же людьми, они сказали, что вот эти все люди теперь работают у нас. На самом деле, если бы в нормальном мы были государстве, то надо было сделать следующую вещь. Надо было... вывести всех людей, которые служили в первом главном управлении КГБ, за штат временно, а потом с ними провести со всеми индивидуальную беседу, хотите ли вы продолжать службу в новой организации, у которой совершенно другое название, совершенно другие цели и совершенно другая идеология у этой организации. Те люди, которые согласились бы, их бы взяли бы на работу в эти службы. Те, кто не согласился бы, им сказали спасибо за внимание, до свидания, идите служить туда, куда хотите, на работу, в народное хозяйство. И этого в Российской Федерации проведено не было. Больше того, есть еще другой вариант, как это было сделано в ГДР или в Объединенной Германии. В Объединенной Германии сказали после объединения, что все люди, которые служили в Министерстве государственной безопасности ГДР, а именно идеологические организации под руководством социал-демократической партии Единой Германии, они являются идеологическими людьми, и поэтому они должны пройти люстрацию в новой Германии объединенной. Им отныне законом запрещено занятие политикой, журналистикой, преподавательской работой и любыми вещами, которые связаны с влиянием на людей. Это произошло в Германии. То есть произошла люстрация. Потому что в Германии сказали, Штази
была преступной организацией, и люди, которые в ней служили, являются преступниками. И они, может быть, кто-то из них, тот, кто делал самые грязные вещи, заслуживает тюрьмы, а тот, кто просто там числился, заслуживает люстрации. То есть ему на какое-то время или пожизненно запрещено заниматься определенными видами деятельности. Вот этого тоже не произошло в Российской Федерации. Российская Федерация не провела над собой работу. Почему эту работу провели немцы в ГДР и не было ее в Российской Федерации? Потому что немцы уже такую работу провели первый раз после 45 года, после нацизма. Там была такая же история. Там было точно даже сказано, что те, кто служил в СС, все, кто были в НСДАП, все, кто были нацистами, все, кто были активными участниками Третьего Рейха гитлеровского, нацистского, им всем запрещено дальше заниматься какими-то вещами. И Германия через эту проходила дважды через эту процедуру люстрации. И поэтому, когда после 89 года произошло объединение Германии, Германия это спокойно прошла и со Штази. А у нас этого не было ни со Сталином, ни после Советского Союза, значит, ни по отношению к Коммунистической партии Советского Союза, ни по отношению к КГБ. Потому что вот когда в России, Россия, значит, стала суверенным государством, то, например, все те евреи, которым КГБ испоганил жизнь, которым КГБ изломал жизнь, которые прошли через ГУЛАГ, которые прошли через психушки, которым было отказано в выезде, они все имели право предъявить судебные иски этой организации и, соответственно, ее сотрудникам, которые конкретно решали эти дела. Да, потому что ведь не организация сама по себе решает. Был всегда какой-то конкретный человек, который рассматривал там вот ваше личное дело и решал, что вот такому человеку можно выехать, а вот этому нельзя выехать. Ставил свою подпись. Старший уполномоченный КГБ такой-то. А это утверждал сам его начальник, а потом это утверждал его еще начальник, а потом это утверждал ЦК КПСС. И везде стоят подписи под этими решениями. И вот все люди, которые все эти решения принимали, все те, допустим, вот хотя бы там евреи, также могли, кстати, священнослужители, которые прошли через ГУЛАГ, да, через католические, православные, какие угодно, они также могли предъявить свои претензии. Никому эти претензии предъявлены не были. Значит, в 92-м году, когда я вернулся из командировки в Москву, я написал заявление об уходе. И это заявление у меня приняли, и через 4 месяца, в декабре 92 года, я был уволен в запас в связи с переходом на работу в гражданское учреждение. Мне дали отличную характеристику, я встал на учете в военкомате, и дальше начал заниматься тем, чем занимался в виде прикрытия перед этим своей шпионской деятельности, а именно консалтингом, работой на российском телевидении, там, с консалтингом во Франции, в Швейцарии, в России и так далее. Никаких проблем не было. Но, потому что тогда они все боялись, вот КГБ в 92-м году, КГБ реально боялся люстрации. Они боялись, что будет все так, как в ГДР. И что им всем запретят, их разгонят, и вся эта шарашкина контора на этом закончится. Этого не произошло. Они еще посидели годик-два. И к 93-му году, в 93-м году они приняли закон о внешней разведке с подачи Примакова. Прогрессивный очень закон, потому что это первый раз, когда о внешней разведке существовал открытый документ, закон, который регламентировал всю деятельность. Вот. А дальше они стали набирать обороты. Примаков, начальник СВР, стал министром иностранных дел, потом премьер-министром Российской Федерации. И, в общем, был, у него был большой потенциал стать президентом Российской Федерации. Но прежде чем он стал президентом Российской Федерации, был такой Ельцин, да, которого сначала хотели сделать против него импичмент генеральный прокурор Скуратов. Его спас тогда Путин. Начальник ФСБ, директор ФСБ Путин, сделал кассету, порнографическую кассету с генеральным прокурором Скуратовым, и в результате развалилось дело Ельцина. Путин доказал семье Ельцина, что он может быть ей полезен. Вот. А дальше в 96-м году, это было, кстати, уже там уже поздно, 98-99 год, а в 96-м году Ельцин избирался, должен был избираться на второй срок. У него было в феврале 96 года 2% за него. То есть вот оценки из этих самых, из, как называется,
общественного мнения, да, опросы общественного мнения показывали, что у него популярность 2%. И дальше состоялась история совершенно поразительная, которая могла состояться только в Российской Федерации, но ни в коем случае не в демократической стране, потому что за деньги группа олигархов сделала так, что она просто подкупила электорат. И то есть этим подкупом электоратов, там был скандал с выносом даже миллионных коробок, там, коробок из-под ксерокса, из Белого дома, где были пачками доллары на подкуп электората, на всякие там махинации с электоратом и так далее. А я тогда работал в Швейцарии со швейцарскими клиниками. Лечил богатых россиян, которые, значит, у которых не было достаточно медицинского обслуживания в Российской Федерации. И для того, чтобы найти побольше этих россиян, я вышел на медицинский центр управления делами президента Российской Федерации, предложил им сотрудничество, потому что я с ними был знаком, пока, когда работал переводчиком по линии ЦК КПСС, это были все те же самые люди, это бывший четвертый главка Минздрава во главе с академиком Чазовым. Вот. И они мне тогда, вот когда была эта предвыборная кампания, сказали, вот ты знаешь, по секрету, по очень большому, это была самая большая государственная тайна. Они сказали, что у Ельцина больное сердце, мы боимся, что он умрет во время этой кампании. И вот мы рассматриваем вопрос, можно ли ему сделать операцию под чужим именем в Швейцарии на сердце, секретно. Я занялся проработкой этого вопроса, приезжал туда первый заместитель директора медицинского центра в Цюрих и в Женеву. Положительное решение было найдено. Швейцарцы сказали, нет проблем, присылайте вашего пациента, можете назвать его Вася Иванов, нам без разницы, как он будет называться, частный медицинский самолет приземлится в Женеве, мы его переведем в клинику Жан-Алье, сделаем ему операцию, посмотрим на него, потом отведем обратно в Россию, никаких проблем нет. Потом семья Ельцина, Таня Ельцина, дочка с ее мужем Юмашевым, решили, что это слишком большой риск, и, в общем, все это дело не состоялось, но я был обладателем этого секрета. И они очень сильно напряглись и сказали, нам для того, чтобы быть спокойным, нужно, чтобы ты вернулся обратно в разведку. Ну или в какую-нибудь спецслужбу, без разницы. В ГРУ, КГБ, в ФСБ, в разведку, в СВР, без разницы. Главное, чтобы ты надел российские военные погоны, потому что тогда тебя можно будет контролировать. А я не хотел возвращаться. И таким образом у нас возникла напряженность в отношениях. И затем я понял, что они меня стали шантажировать, они мне стали говорить, что вот сейчас, пока никто не знает, что ты раньше работал в КГБ, если об этом узнают, то тебе не дадут швейцарцы визу в Швейцарию, французы визы во Францию, англичане в Англию, американцы в Америку, и будешь сидеть, так сказать, своим международным образованием в России. Вот я понял, что, в общем, этот скелет в шкафу будет меня преследовать до конца жизни, если я о нем не скажу. То есть недостаточно было просто уйти, нужно было еще поставить крест на этом прошлом. То есть сделать, как говорят, вот, кстати, вот опять же мы воспользуемся термином, который используется в гей-сообществе, сделать свой coming-out. Да, значит, вот сказать, что вот я был бывшим, так сказать, бывшим сотрудником КГБ. Но по закону 93-го года мне было это запрещено. Если бы я это говорил, вот пришел бы к вам в студию и просто рассказал вот то, что я вам сейчас рассказываю, это подпадает под разглашение государственной тайны, и таким образом мне причитается, вот даже сейчас, когда я вам это рассказываю, 7 лет тюрьмы. Вот. И даже больше, там, если постараться. И у меня была безвыходная ситуация, если я не расскажу, меня будут шантажировать, а если я расскажу, меня сразу посадят в тюрьму. Я нашел очень, с моей точки зрения, юмористический ответ на эту историю, а именно я затеял с ними судебную тяжбу, просто я нашел то, что называется белое пятно в законодательстве, потому что я попросил у них мне отдать мой шпионский диплом об окончании Краснознаменного института. Когда вы оканчиваете 3 года в Краснознаменном институте, вам полагается обычный диплом любого вуза, вот такая же синяя корочка, как в любых других институтах, где, кстати, не написано было «шпионаж», там было написано «Краснознаменный институт КГБ, международные отношения». И все. Они бы отдали мне этот диплом, я бы его повесил в интернете, все, кому нужно бы, поняли бы, что это разведка, что я с ней закончил, если я вывесил этот диплом, и все, мы благополучно на этом расстались. Но они уперлись рогом,
Значит, я на них подал в суд, Московский городской суд. Все это дело заинтересовало журналистов. Возникл скандал огромный, статьи. Штирлиц требует диплом. Значит, все, народ потешался над этим делом. Вот. И закончилось все тем, что в 2000 году судья Емышева вынесла определение, по которому она мне отказала в этом дипломе. Но определение это было на 5 листах, где она подтвердила все сведения в открытом определении, не секретном, что да, вот ко мне пришел человек, он заявляет о том, что якобы он служил в КГБ. Я, судья Емышев, подтверждаю, да, действительно служил в КГБ. Он говорит, претендует на то, что он учился в каком-то учебном заведении, которое называется Краснознаменный институт. Я, судья Емышев, рассмотрев материалы дела, заслушав представителей службы внешней разведки и так далее и тому подобное. В общем, мы с ними поругались, грубо говоря. И дальше я понял, что они меня... потому что я у них выиграл по всем очкам, потому что мне они отказали в дипломе, но это решение суда было в 10 раз лучше, чем диплом. Потому что в дипломе было написано «Международные отношения», а в этом решении суда было написано «Внешняя разведка» со всеми деталями. Вот. Но я понял, что все это дело закончится плохо, и плюс пришел Путин в 2000 году, чекисты стали возвращаться во власть, и я понял, что мне надо делать ноги, потому что в январе месяце 2001 года у меня было отравление странное, очень, очень странное. То есть я полтора месяца умирал тихо, и никто не мог сказать, почему я умираю. Вот. А потом одна моя знакомая врачица сказала, что, скорее всего, отравление тяжелыми металлами. Вот. И мы сказали это по телефону, и через 24 часа у меня прекратили все симптомы. Вот. Но я понял, что меня все равно не оставят в покое, и надо делать ноги. И в июне 2001 года я уехал во Францию. Вот ответ на вопрос Белла. Я слушала вас сейчас, Сергей, и вспомнила наш вчера разговор, когда я спросила вас, бываете ли вы в России? На что вы мне теперь... Сегодня бы этого вопроса у меня уже бы не возник. Но я помню ваш вчерашний ответ. Вы сказали, в Россию легко въехать, выехать тяжело. И теперь я понимаю, о чем идет речь. Так же, как вы мне сказали про КГБ. Зайти в КГБ можно за рубль, а выйти надо за 10. Это да. Я тоже помню. Спасибо большое, Сергей. Денис? Спасибо, Сергей. Я, с вашего позволения, хотел бы немножечко на современные реалии перейти и спросить. Вот мне очень интересно ваше мнение, как человека опытного, долгое время проработавшего в спецслужбах. Сегодня, скажем так, очень много говорят о еще одном, скажем, сотруднике спецслужб, правда, из Федеральной службы охраны, это Глеб Каракулов, который, оказывается, как оказалось, еще в 2002 году, в 2022 году, в октябре месяце, значит, покинул Россию, и вот сегодня на всех телеграм-каналах обсуждают его интервью, данные им, где он, ну, в принципе, конечно, по большому счету рассказал то, что, о чем говорили очень многие, но понятно, что он рассказал далеко не все, я имею в виду в широкой общественности, тем более вот практически спустя год мы только узнали об этом, обо всем. Вот как бы вы оценили эту ситуацию? Насколько Глеб Каракулов действительно владел какой-то информацией? Потому что, судя по тому, что пишут, он был не то чтобы близко знаком с Путиным, он был достаточно приближен к Владимиру Путину, во всяком случае знал, где он находится. Вот он как раз рассказал о одинаковых кабинетах, рассказал о том, что Путин на самом деле не болен, а, условно говоря, переживет еще всех нас. Вот. Вот насколько, во-первых, как вы считаете, можно доверять тому, что говорит Глеб Каракулов? И самое главное, вообще, как вот эту ситуацию в целом оцениваете? Потому что в октябре 2022 года он бежал из России, но вот говорить об этом стали только сейчас. Да, ну, значит, не через год, а через полгода. Да, это интервью я слушал, конечно, с большим интересом. То есть мне было очень интересно, потому что Федеральная служба охраны – это огромная спецслужба, которая насчитывает примерно 30 или 40 тысяч человек, которые обслуживают не только Путина, но и верхушку высшую. То есть они обслуживают и депутатов Госдумы, руководителей правительства. То есть это бывшее 9-е управление КГБ. И плюс это еще и спайка с ФАПСИ, то есть люди, которые обеспечивают закрытую правительственную связь.
Сам по себе этот офицер не очень высокого ранга, да, он капитан всего лишь, он молодой человек, хотя он отработал больше 13 лет в этой службе. Вот, и он, ну, строго говоря, это технический работник, который, куда бы Путин ни поехал, обеспечивает ему все виды связи, необходимые для президента для работы. То, что он рассказал, я с вами согласен, там, в общем, ничего особо нового мы не узнали, но оно, безусловно, интересно, потому что оно подтвердило те догадки, которые у нас были, в том числе и у меня, которые вот, мы рассказывали, что Путин не пользуется интернетом, Путину приносятся все документы в бумажках, на бумажках, в папочках, и что он смотрит только канал телевидения, а канал телевидения рассказывает то, что Путину нравится, по этому поводу это не информационная работа, а это, в общем, дезинформация, и Путин в таком пузыре информационном находится, в виртуальном, в своем мире, в котором ему приносит только то, что ему нравится. Вот. То, что этот человек рассказал, заслуживает внимания, безусловно, это интересный очень материал. Он свидетель из того, о чем мы только догадывались, потому что у нас был либо анализ, либо слухи, а человек реально работал там, и он поэтому, конечно, бесценный свидетель, потому что он рассказал те детали, которые может рассказать только человек изнутри. А вот, вот скажите, как на ваш взгляд, на самом деле, рассказал ли он гораздо больше на самом деле? Это же понятно, что для широкой общественности вот в этом интервью, 10-часовом, как вот рассказывали интервью, понятно, что он рассказал то, что все знают. А вот как вы считаете, мог ли он донести то, чего не знает никто, и, ну, может быть, узнаем там через какое-то количество лет? Да, что он действительно носитель ценной информации. Да, он мог донести что-то, чего мы не знаем, потому что мы слышали, я лично слышал только час из того, что смонтировано. И то, что он там 10 часов рассказывал, это значит, еще будет 10 интервью или 9 интервью, в которых еще будут нам рассказывать, что он еще рассказывал. И мне это, если действительно так, потому что я, кстати, вот от вас сейчас узнал, что там было записано 10 часов интервью, это еще интереснее, потому что, безусловно, теперь будут еще какие-то детали, которые меня больше интересуют, а меня интересуют прежде всего детали какие? Детали о семейной жизни Путина, насколько он ее мог увидеть, детали о двойниках Путина, насколько он мог увидеть, детали о болезнях Путина, насколько он мог увидеть, и детали о взаимоотношениях Путина с его ближайшим окружением, с руководителем спецслужб, насколько он мог увидеть. С другой стороны, не следует ждать очень больших разоблачений от этого интервью, потому что это все-таки технический работник. Он устанавливал телефон в тот момент, когда он устанавливал телефон, по которому Путин должен говорить, заканчивалась его работа. То есть у него не было гарнитуры, с которой он слушал, что Путин говорит. Да, то есть он нам не может передать содержание разговоров Путина, потому что разговоры Путина секретные, он запирал комнату или запирался вот в этот куб, из которого ничего нельзя услышать, и в который нельзя, то есть это Фарадеева комната, которая защищена от проникновения туда всех волн, и из нее не может выйти никакая ни звуковая, ни магнитная волна. Вот. И по этому поводу, конечно, я не думаю, что он там нам расскажет очень много, но тем не менее, даже то, что он рассказал, это интересно. Спасибо, Сергей Олегович. Я смотрю, у вас сзади стоят книги, где встреча Макрона с Путиным и так далее. Одно время, сейчас так, ну, во всяком случае, я так говорю, да, там, до войны и после войны. Вот до войны Путин был, ну, согласитесь, достаточно популярной личностью на Западе. И более того, скорее даже, наверное, многие где-то не то чтобы завидовали, да, но кто-то, может быть, даже хотел такого лидера, да. Вот Путин сильный человек, ничего не боится американцев, всех ставит на место и так далее, и так далее. Вот настоящий мужик, вот нам бы такого, условно, правителя. Скажите, во-первых, хотел вас спросить, а были ли такие настроения во Франции? И каково сейчас нынешнее отношение к Владимиру Путину? Как сейчас французы к нему относятся? Да, хороший вопрос. Такие настроения, безусловно, были. И, кстати, они, безусловно, остаются. Да, потому что просто сейчас люди не высказывают эти настроения публично, потому что сейчас высказывание публичных позитивных оценок Путина и путинской России является политическим моветоном и политической некорректностью.
по этому поводу, они просто, я уверен, что они не поменяли свое видение, хотя как кто-то из них и поменял свое видение, но в большинстве своем они не поменяли видение, они просто понимают, что им сейчас невыгодно об этом говорить публично. И в этом смысле я даже говорил, что у Путина во Франции большинство абсолютное, вот у Макрона большинство почти нету, а у Путина большинство есть, потому что Путина поддерживает и левацкая партия Меланшона, его поддерживает крайне правая партия Марина Ле Пен, его поддерживает крайне правая партия Эрика Зимура, его поддерживает половина классической правой партии центристской, как бы, вот, и его только не любят социалисты, а у социалистов очень маленький процент голосов. В этом смысле у Путина все осталось, и вы абсолютно правы, когда говорили, что вот были люди, которые завидовали, как бы, России, и это особый феномен французский, потому что во Франции очень не любят американцев, политически не любит американцев. Франция копирует все в Америке. Франция смотрит Голливуд, Франция смотрит, слушает американские песни, англосаксонские песни. Франция была освобождена Соединенными Штатами Америки, но Франция ненавидит политические штаты, потому что они ей напоминают, что Франция потеряла свою роль великой державы. И у тех людей, которые ненавидят США, которые считают, что все делается по подсказке Вашингтона, что вот американцы, значит, все диктуют Франции, французским элитам, все эти люди говорят, что вот, а вот посмотрите на Путина. И такая же вещь остается до сих пор. С этими людьми, когда мы с ними спорим, я им говорю вещи, которые они не знают. Я им говорю то, что вы... То, что вы не любите американцев, не означает, что Путин хороший. Потому что это сказать, что я не люблю скорпиона, поэтому я люблю змею ядовитую. Да? Это вот примерно та же самая ситуация. Потому что вы, строго говоря, ничего не знаете про Россию. Французы в своем подавляющем большинстве абсолютно ничего не знают, что происходит в Российской Федерации. Они не понимают, например, самой простой вещи – что Российская Федерация является банановой республикой, которая живет на природной ренте, и эту природную ренту Путин зарабатывает на Западе прежде всего. Его главными клиентами являются Соединенные Штаты Америки и Западная Европа. Эти клиенты ему дают возможность набить свою казну дешевым, продавая топливо, продавая сырье, набить ее долларами и евро. Таким образом, Путин на самом деле встроен абсолютно на 200% в западную экономику. Он является основным поставщиком углеводородов и сырья для того мира, который он считает прогнившим, загнившим, загнивающим, отвратительным, которого он провозглашает своим врагом. Больше того, Путин все делает для того, чтобы этому западному миру продавать как можно больше этого сырья российского, необработанного, то есть то, что не отвечает абсолютно никаким экономическим интересам Российской Федерации и российского народа. То есть, грубо говоря, он разворовывает свою страну и зарабатывает на этом деньги вместе с Западом. Поэтому, когда его противопоставляют американцам или противопоставляют англичанам, французам, немцам и так далее, это абсолютный нонсенс экономический. Больше того, Путин убил за 20 лет все производство российское. Все то, на чем когда-то жился Советский Союз, весь космос, все эти передовые технологии, Путин это убил. И на заработанные на продаже сырья деньги он занимается тем, что он просто скупает у того же Запада, прежде всего у Запада, товары, которые Россия не производит. Поэтому он, я и сказал, что он на 200% зависит от Запада, он является агентом Запада. Самым большим агентом Запада является Владимир Путин. Где он хранит деньги дальше? Он хранит деньги на Западе. Где российские олигархи покупают виллы, дворцы, яхты и тому подобные вещи? На Западе. Они все живут за счет Запада и для Запада. И единственное, что у них есть, это риторика. Риторика, вот мы там, пятое, десятое. Дальше посмотрите. Возьмем нападение Путина на Украину. И он, естественно, говорит, что это во всем виноват Запад,
Вот они, значит, НАТО к нам продвигалось, они хотели захватить. Но представить, что Украина хотела начать войну с ядерной державой России, это может только в Кащенко человек, да, или там, я не знаю, тот, кто в Ванкувере не знает, что такое Кащенко, это психиатрическая лечебница. Вот, дальше. Путин за этот год, если абстрагироваться от того, что он говорит, он добился обратного, 100% обратного результата. То есть все то, что он говорил плохо, получилось в результате, то есть его слова одни, а действия получились реально другие. Пример. Он говорит, я боялся, что НАТО разместит свои вооружения в Украине, таким образом приблизится к нашим границам, подлетное время сократится и так далее. Ну, во-первых, это нонсенс, потому что НАТО находится уже в Прибалтике. От Прибалтики, от Таллина лететь до Санкт-Петербурга 2 минуты ракете. Вот, в этом смысле никакого, это все, во-первых, было искажение правды. В результате Путин добился того, что Швеция, которая была с нейтральным статусом в течение 245 лет, захотела вступить в НАТО. Финляндия, которая была с нейтральным статусом больше, примерно 80 лет, не только захотела, но и вступила в НАТО, и таким образом НАТО не только приблизилась к России, но получила общую границу протяженностью 1350 километров только в одной Финляндии. Дальше. Макрон 4 года назад говорил, что НАТО – умирающая организация, которая находится в состоянии клинической смерти. Путин пробудил эту организацию. НАТО сейчас замечательная организация, у которой огромные бюджеты. Все хотят в нее вступить. Американские Соединенные Штаты, у них 10 лет назад бюджет был 600 миллиардов долларов у Пентагона. В этом году бюджет Пентагона 885 миллиардов долларов. Это результат конкретной деятельности Путина. Без Путина не было бы такого бюджета у Пентагона. Путин во время этой войны сподобил западные страны поддерживать Украине. А происходит реально что? Запад освобождается от своего старого оружия, которое уже либо устарело, либо находится на грани устаревания, отдает его Украине, а себе теперь будет делать новое оружие. То есть таким образом он еще ведет к тому, что идет огромное перевооружение Запада самым новейшим оружием. И так далее, и тому подобное. Я вам могу 2 часа рассказывать о всех ошибках Путина, и по этому поводу он является самым главным агентом Запада. Сергей, спасибо. Скажите, а как вы видите исход или окончание, если оно произойдет когда-нибудь, войны, развязанной Россией в Украине, и перспектива железного занавеса между Западом и Россией, я имею в виду холодная война, и вы ее застали когда-то? Вопрос очень сложный, на который ответа сейчас нет ни у кого. Понятно, с военной точки зрения понятна еще одна вещь, что Путин развязал войну, в которой Российская Федерация не может победить. В классической войне, в конвенциональной войне Российская Федерация не может победить, потому что выяснилось, что у Российской Федерации нету армии, у Российской Федерации нету классических вооружений, они их всех и использовали, и они не могут произвести новые вооружения. У них нет электроники. Они не могут себе произвести электронику для того, чтобы даже начинить свои собственные ракеты. Они теперь вынуждены покупать стиральные машины в Турции или в Китае для того, чтобы оттуда выковаривать чипы и вставлять их в какие-то там ракеты, в бомбы и в дроны. Поэтому Российская Федерация и Путин, войну, которую ведет Путин, это абсолютно глупейшая военная кампания. Если бы человек учился в Академии Генштаба и представил план такой кампании в Академии Генштаба, его уволили бы без выходного пособия из армии. Сказали бы, что ты человек не можешь вообще, ты абсолютно не подходишь ни для какой армии. Потому что Путин в прошлом году собрал всего лишь 180 тысяч человек на границе с Украиной. Если бы эти 180 тысяч человек он пустил бы в одну только Луганскую область, он бы ее легко завоевал. Если бы потом он пустил эти же 180 тысяч человек в одну Донецкую область, он бы ее чуть-чуть сложнее, но завоевал бы. А он их размазал на фронт длиной 2500 километров. И таким образом он с военной чистой точки зрения это дело проиграл.
он совершенно не ожидал, что весь западный мир вдруг сплотится. Кстати, одним из еще из вещей, которые, одной из вещей, которые получил Путин, он сплотил Западную Европу так, как Западная Европа никогда не была сплочена. У нас 80 лет в Европе с Брюсселем шла война во всех европейских странах. Они не знали, какие функции передавали Брюссель, кто, что хорошо, что плохо, будет ли внешняя политика, не будет, будет ли общая оборона, не будет. И мы никак не могли с этим справиться и никак не могли решить свои вопросы. То, что возник общий враг Путин, вдруг немедленно сплотило Европу. А дальше возникает вопрос вот какой. Украина, в принципе, если ей дадут оружие западное, в том объеме, который нужно для того, чтобы победить, Украина победит. А дальше никто не знает, что с этим делом делать. Вот представьте себе, Украина выталкивает российские войска на границе 1991 года. Отвоевывает Донбасс, возвращает себе Крым. Россия в этом смысле ничего не потеряла. Она вернула свои границы, у нее по-прежнему 17,5 миллионов квадратных километров. Но она потеряла 200 тысяч убитыми, там, я не знаю, еще 100 тысяч или 150 тысяч ранеными, возможно, даже больше. Вот. Она потеряла репутацию, она потеряла экономику, она потеряла из-за санкций, у нее сегодня не работает, она потеряла Nord Stream, два потока, она потеряла очень много. Но дальше, 21 февраля 2022 года, когда Путин признал официально Луганскую и Донецкую так называемые республики, он открыл ящик Пандоры. Потому что люди забывают, что Российская Федерация – это как Соединенные Штаты Америки. Каждый субъект Российской Федерации является государством. И если не все подавляющее большинство, то, по крайней мере, в Российской Федерации есть 21 автономная республика, у которой есть полный набор субъектности государственной. То есть у нее есть территория отдельная, у нее есть свой национальный язык, у нее есть своя национальная культура, у нее есть своя национальная история. Ну, то есть Якутия, Тува, Татарстан, Чечня, Дагестан и прочие такие республики. Да? У них есть герб, у них есть флаг, у них есть гимн, у них есть конституция своя республиканская, у них есть свои республиканские органы управления, у них есть все для того, чтобы стать независимыми государствами по пониманию Организации Объединенных Наций и, в частности, Всемирной конвенции, Международной конвенции по признанию прав коренных народов. И эти, по крайней мере, 21 республика могут немедленно, даже сейчас, в любой момент, заявить о том, что они являются независимыми государствами, и они будут признаны международным сообществом, в отличие от Луганска и Донецка, у которых ничего этого нету. У них нет никакой ни истории, ни языка, ничего, никакой государственности. И они существуют только на деньги Российской Федерации. И Путин открыл этот ящик Пандоры. Но дальше вопрос возникает. Ну хорошо, Россия начнет распадаться. А куда, кому уйдет ядерное оружие? Потому что такую историю мы уже переживали при распаде Советского Союза. Образовалось 4 ядерных государства. Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. И тогда удалось уговорить 3 из них передать свое ядерное оружие России в обмен на гарантии. Россия в рамках Будапештского протокола обязалась гарантировать независимость и безопасность Украины, Белоруссии и Казахстана, которые отдали ей свое ядерное оружие. Войной в Украине Путин нарушил международные обязательства Российской Федерации. Нарушил. Теперь его слово, его подписи не верит никто. Вообще никто. И поэтому на территории Российской Федерации может образоваться 84 ядерных государства. Вы представляете, что это будет для мира появление в 84-х, или даже если там не все 80 захотят быть независимыми, ну даже если Россия распадется на 6 компонентов, там, я не знаю, Дальний Восток, Сибирь, там какой-нибудь центральный регион, Московия, Юг, Кавказ какой-нибудь, у всех у них возможен ядерный компонент. И с этим не знает никто, что делать. Это первое. Второе. Украина, которая победит, Украина уже сейчас доказала, что в Украине сейчас самая действующая и самая сильная армия в мире. Во всем мире. На планете нет
более сильной действующей армии, чем украинская армия. Есть армии, которые больше по численности состава, есть армии, которые обладают, безусловно, лучшим оснащением, американская, китайская, финская, даже, возможно, канадская. У вас есть там армия какая-то, я не знаю, я не в курсе. Вот, в Украине самая сильная армия. И в Украине, и эта страна довольно большая, которая там полторы Франции, оказывается вдруг в Западной Европе самой сильной армией. И в Западной Европе вдруг неизвестно, нарушается весь баланс сил в Европе. И никто не знает, что делать с этим балансом сил. По этому поводу вот такая ситуация. То есть даже те люди, которые верят в победу Украины, которые убеждены, что Украина может победить Российскую Федерацию, или которые, по крайней мере, убеждены, что России никогда не удастся покорить Украину, они все соглашаются с тем, что дальше возникнет больше вопросов, чем ответов, если вдруг Украина победит в этой ситуации. Угу. Вот так можно ответить. Спасибо, Сергей. И вероятность железного занавеса, я имею в виду Соединенные Штаты и Россия. Ну, если Россия проиграет и согласится с проигрышем, и выплатит репарации, то, в общем, никакого железного занавеса не будет. Там вопрос только стоит в том, что, в принципе, мир хотел бы ее обезоружить, то есть лишить ее просто ядерного оружия, чтобы впредь не возникало никаких вопросов. Вот. Но как это сделать практически, никто не знает. То есть это Россия должна сама уничтожить свое ядерное оружие, а кто захочет его уничтожать и кто захочет, вряд ли такие люди найдутся внутри Российской Федерации. То есть это, конечно, большая проблема. В противном случае действительно возникнет вопрос, а что с этой Россией, которая проиграла, делать? Потому что у нас уже был такой исторический прецедент, когда Германия проиграла в Первой мировой войне, с нею был заключен Версальский мир, очень невыгодный для Германии, с репарациями, с контрибуциями. Германия переживала огромную инфляцию, была в стагнации, и это породило реваншистские настроения и привело к власти Гитлера. И есть вполне большое опасение, что если в России, не дай бог, таким образом она проиграет в этой войне, то возможно повторение истории, плюс к тому же стране, у которой есть ядерное оружие. И вот поэтому, кстати, Макрон и переговаривался так долго с Путиным, и поэтому Макрон говорил, что вот если мы даже победим Путина, то ни в коем случае нельзя их, Россию, унизить. А как не унизить Россию, потому что в любом случае проигрыш будет унижение. Не унизить Россию можно только одним способом. Если сама Россия признает свое поражение, скажет, что это была ошибка, и у России такой выход есть. Ей достаточно свалить все на Путина. То есть вот людям, которые сейчас, элитам, которые сейчас есть в России, им достаточно сказать, что во всем виноват Путин, один человек. Потому что война в Украине – это война одного единственного человека – Путина. Путин получил две оплеухи от Украины в 2004-2005 году с Януковичем и вторую с тем же Януковичем в 2014 году. И поэтому он ненавидит Украину, он сводил с нею счет. И поэтому Россия может сделать то, что сделали сербы, сказать, что Путин один является государственным преступником. Ну, присовокупить туда, может, Герасимова, Шойгу, там, еще кого-то, там, десяток генералов, еще там, не знаю, там, сотню каких-то бойцов, которые насиловали и грабили в Буче и в прочих городах, еще там каких-то пилотов, которые бомбили Мариуполь, бомбили мирные дома и мирные электростанции в Украине, всех их передать в Гаагу, и сказать, а теперь эта Россия нормальная стала, выплачивает контрибуции, нет проблем, денег у нее хватит, вот, и она возвращается обратно в семью народов, и все это примут, самое главное, потому что всех это устроит гораздо больше, чем измываться там, издеваться над проигравшей Россией. Сергей, огромное спасибо. Я вас хочу поздравить с наступающим днем рождения, который у вас 17 апреля, а вряд ли мы вас услышим до этого времени. У нас не принято заранее, поэтому с наступающим. Спасибо большое, Сергей, удачи вам. И буду надеяться, что вы у нас сможете появиться снова, если у вас будет время, желание и, конечно, настроение. С днем рождения, Сергея, и всего самого лучшего. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго.